Туле сегодня прошел парад студентов-первокурсников. Участие в нем приняли учащиеся высших учебных заведений, колледжей и техникумов. Вместе с преподавателями и ректорами они прошли по центральной площади города. Первокурсникам вручили символический студенческий билет, после чего молодые люди возложили цветы к вечному огню и запустили в небо воздушные шары. Напутствующие слова учащимся произнес временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин. Поздравляю вас с началом нового учебного года. Выбрав тот или иной вуз, вы выбираете себе не только специальность, вы определяете себе дальнейшую вашу жизнь. Но какая это будет жизнь, зависит только от вас. Дерзайте, обретайте новые знания, приобретайте опыт, и я уверен, у вас все получится.